В Казахстане 35% всех автобусов, которые курсируют на дорогах, старые, им больше 20 лет. Эксперты говорят, они не только загрязняют воздух, но и у людей пропадает желание пересаживаться в общественный транспорт с личных авто. А это в итоге не позволяет снизить загруженность на дорогах. Почему казахстанские перевозчики так неохотно закупают автобусы, разбиралась моя коллега Анастасия Новикова. Треть казахстанских автобусов давно отпраздновали свое 20-летие. Автопарк в стране стремительно стареет. Многие перевозят пассажиров уже 10-20 лет. Новых, которым всего около 3 лет, порядка 8 тысяч. Но не стимулирует само население избавляться от личного транспорта. Не то, чтобы продать автомашину, но хотя бы с понедельника по пятницу люди, чтобы не трогали личного транспорта, не вышли из дома, поехали на общественном транспорте, вернулись домой, тогда мы снизим уровень пробок. И это несмотря на то, что в нашей стране есть отечественные предприятия по производству автобусов. Перевозчики говорят, они бы и рады закупить новые автобусы, но мало мер поддержки. Тариф на проезд не перекрывает расходы автопарков, как и субсидии на ГСМ. Позволить себе купить новые автобусы могут не все. По рассказам наших моих коллег, я знаю о том, что у них недостаточно платят вот это субсидирование. Не все регионы, например, сами себе не обеспечивают. Они все являются дотационными. Вот о чем разговор. В мегаполисах зачастую ездят новые автобусы, вместительные и чистые. Старые курсируют по небольшим городам или в отдаленных районах, где пассажиропоток небольшой. В этом году Казахстан обновил свой рекорд. Автобусный парк достиг 105 500 автобусов. При этом в прошлом году в нашей стране вступил в силу закон, который запрещает первичную регистрацию автобусов старше 10 лет. Анастасия Новикова, Дагнан Дзиев, Абзал Турабеков, Информбюро.